Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 16 августа. В Мирном положительный анализ на COVID выявлен у 54 человек, на Эхало-Удачинской площадке у 14. В стационаре Мирного находится 118 пациентов, в Удачном 45, в Ленске 31. В реанимационном отделении с диагнозом COVID-19 находится 5 работников Алроса. На амбулаторном лечении с коронавирусом в Мирном находится 405 человек, на Эхало-Удачинской площадке 211, в Ленске 38. 13 494 работника Алроса прошли полный курс вакцинации от COVID-19.